Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере CityPlanet, сервер GTA 5, все как всегда. И сегодня вместе с вами посмотрим новое новогоднее обновление. Второе обновление за этот месяц. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что у меня проходит новогодний конкурс в честь Нового года, как бы и всех новогодних праздников. Что вам нужно? Во-первых, заходите в видео, вот ищите вот такой видос, такой вот превьюшки, заходите на него. Здесь мы проводим конкурс на 5 серверах на 25 мест, где есть и CCD, и Смотра, и МТА, и GTA 5, и Радмир, и Дева. Все, что вам нужно, это поставить лайк, подписаться на канал, написать любой комментарий. Потом переходим по ссылочке в описании в мой ВК. И репостим запись конкурса, в котором мы хотим участвовать. Вот здесь читайте внимательно, потому что здесь написано Deva Project, например, CCD Planet MTA, CCD Planet GTA 5, Радмир и Смотра. И просто копируем, и все. И вы буквально за 60 секунд становитесь участником конкурса и сможете выиграть годные призы. А какие призы, вы уже посмотрите в ролике. Ссылка на конкурс будет в описании этого ролика. Удачи! Знаешь что, по классике, не буду вас задерживать, сначала читаем чинжлог, потом смотрим, ну и заканчиваем видос. Короче, переходим к чинжлогу. Кстати, обновление не особо такое большое, но это второе обновление за этот месяц, так что простительно. Первое. В штате наконец-то наступила полноценная зима, а рядом с обсерваторией фотозона номер 1 появился Дед Мороз и новогодняя елка. Добавлены новогодние задания, за которые дают леденцы. Барги тоже делятся леденцами на территориях. Добавлен новогодний магазин одежды с лимитированными вещами за леденцы. Находится на территории при обсерватории фотозона номер 1. Добавлен новый спидометр. Оповещение и отображение оружия в руках персонажа. Добавлено здание для продажи автомобилей. Улучшены захваты территорий, добавлена метка над игроками дружественной фракции во время захвата, добавлено значительное количество женской одежды в магазины, удалены сломанные предметы одежды. Деньги возвращены владельцам в размере полной стоимости вещи в магазине. И какие автомобили добавили на сервер? Это Nissan Z 2021 года, Koenigsegg Agera RS, Lexus RCF и добавили новогодние винилы на BMW M5 F90 и Mercedes E63. Доступны в кейсе новогодний кейс, винилы получаются вместе с автомобилем и является уникальным. Добавлена Ferrari F40, лимитированная модель. Доступно в кейсе все или ничего. В принципе, на этом все. Вот такой вот маленький чинжлог. Сначала мы поедем, так как мы состоим в стритрейсерах, поедем к доске заданий, посмотрим, сколько леденцов нам дадут за некоторые задания, потом поедем к елке и посмотрим новые тачки. Погнали. Я так понимаю, у меня вся одежда была сломана, потому что после добавления зимы я остался только в трусах. Называется, когда купил BMW, а у меня две BMW, да, и остался только в трусах. Знаешь что, давайте сразу посмотрим на худ, они изменили, теперь вверху справа пишется как бы уровень твой, левел, и рисуется вот такой кружочек, насколько он заполнен. У меня уже 302 уровень. И пацаны, ладно, не буду вам спойлерить, после Нового года, где-то в районе, думаю, первых числа января мы сделаем конкурс. Я вам просто вот так покажу. Вот. Я думаю, вы поняли. Ой, говорю, конкурс. Стрим. Вот, что мы будем там делать. Знаешь что, они добавили новый худ. Такое чувство, что после этого худа, что они добавили, либо после зимы, прям сервер провисает по FPS. Вот раньше он был плавнее, а сейчас я прям езжу. Кстати, внизу вот эти уведомления появились, когда с тачки выходишь, еще что-то. Я прям еду и вижу, что FPS просело. Хотя раньше такого не было. Можете написать, конечно, в комментариях. Вот, пристегнул ремень. Они все, получается, переработали, чтобы не начать ником писалось, вот это все закрыл, открыл, включил фары, пристегнулся, а уже чисто внизу уведомления. Ну, спидометр достаточно стильный, но мне кажется, он жрет FPS прям неплохо. Уровень прикольно пишется, ну, неплохие изменения. Мы находимся недалеко сразу от доски заданий, поэтому, как бы, вот сюда заедем. Я не понимаю этой херни. Иногда ты на тачке можешь заехать вот сюда, и тебе вообще посрать будет, а иногда вообще нет. Заходим, как бы, в доску заданий. Зимние задачи. Вот. Провести 420 секунд в дрифте. 31 минута еще у нас осталось. Фотозона номер 3. И дрифт в снегу. Набрать 245 тысяч очков дрифтом рядом с праздничной елкой. А, это там вверху, значит. Будем выполнять сейчас задание за леденцы. А после этого уже поедем Деду Морозу. Посмотрим, что я смогу купить на эти леденцы. Поэтому, let's go. Ну что, пацаны, красиво под фонг залетаем к Деду Морозу в резиденцию. Елка очень красивая. В итоге я выполнял где-то полчаса эти долбанные задания. Подождал, уже там новые появились. Еще и новые выполнил. Ну где-то, ну сколько. Ой, можно встать, да?
Закроем тачку. Ага. Ну, где-то 400-500 я заработал. Вот такой вот у нас дед стоит красивый. А, куда я зашел? Ага, окей. Значит, мы можем за леденцы, 400 леденцов, купить шапку, верх, торс, либо ноги. В шапке, например, колпак стоит 300 леденцов. У меня 400. Ну, можно купить, но можно как бы назад. Вот. Вверх. Вверх стоит... Ага, Гуччи, ничего себе. О, вот это стиль. North Face. А можно персонажа как бы повернуть? А, вот. Ну, как бы... Да. Кстати, кофта очень качественная. Прям очень. Фиолетовый. Блин, я чувствую 900. Я просто чувствую, сколько можно будет вот эти кофты потом продать. Так как пацаны уже стоят здесь и предлагают. Так, это то, что кофты можно купить, это нормально. Торс. Торс по 900. Ну, короче, леденцы можно заработать 300 леденцов в 3 часа. То есть считайте, сколько вам нужно работать. Ну да, неплохо. Я, скорее всего, буду собирать себе Gucci сет. 900, да. Ну, короче, неплохо так он стоит. Вот такой бы собрать. Хотя синий тоже прикольный. Ага, ага. Ну, короче, для Моника в обновлении. Кстати, обувь не добавили. Все, кроме обуви, серьезно. Ну, такое, ну, такое. И все, больше здесь ничего нет. Здесь такой Дед Мороз большой, прям капец. Прям очень большой. Прям капец какой большой. Также нас добавили как бы новогодние кейсы. Было бы прикольно, если бы леденцы можно было обменять еще на новогодние кейсы. Ну да, новогодний кейс стоит как бы 3000 рублей, офигеть. Вы можете спросить Авана, что в нем находится? В нем находится Кёнигсберг Гера РС, Mercedes-Benz E63S W213 с новогодним винилом, BMW M5 F90 с новогодним винилом, Lexus RCF и Nissan Z 2021 года. И также добавили все или ничего, которые стоят 299 рублей. Кстати, не так уж дорого. Ferrari F40, либо Chevrolet Caprice 89 года. Также добавили здание для продажи автомобилей. Давайте его найдем и туда вместе с вами поедем. Залетаем в магазин. И вот так он выглядит, это здание. Короче, пацаны, заезжаем мы внутрь, и здесь просто как бы перенесли продажу автомобиля, и все, закрыть так случайно не продать, и все, и там больше ничего. Used Car Rent Center. И что, серьезно, это просто здание, в котором приехать, слить тачку, и все, даже без БУ рынка? А, даже здесь можно слить, понимаю. Ну что, я так понимаю, следующие автомобили сможем посмотреть в элитном автосалоне и в среднем, поэтому отправляемся туда. Да, я вот уже вижу, Агера стоит. Все-таки можно купить. Лимитка получается только F40. Мне интересно, кто-то уже выловил из моих подписчиков F40? Напишите в комментариях. Сколько она стоит? 180 миллионов. Это получается самая дорогая тачка на CCD Planet. Ну, именно, которую в автосалоне можно купить. Chiron же дешевле. Ой, говорю Chiron. Veyron, он же тоже дешевле стоит или больше? Не, дешевле, он 17. Ну, 171 миллион. А это 180 стоит. Ну такое. Скоро ждем Chiron, Атлантик, что там еще? Пагани. А можно что-то приземленное? Например, какой-то Lexus RCF. Сколько там лямов? 5-6 стоит будет. А, здесь Lexus'а нет. Понимаю. Ну что, автосалон средних автомобилей. Давай, расскажи нам и покажи, что почем. Так, BMW закрыть, а то еще угонят. Так, ага, все. Заходим обычных авто. Это даже не средних, это обычных. И ищем. Nissan и Lexus. Почему я не удивлен, что они находятся в конце списка? Lexus RCF, который стоит, сколько он там стоит? 5200. К сожалению, не добавили менюшку, где бы здесь писалось, сколько она едет, сколько литров бак. А зачем? Просто так, наугад. Ну такое, мне не нравится, если честно. Моделька вроде прикольная. Nissan Z. Это новый, получается, Fair Lady. Ну, такое. Такое. 4 ляма, прям такое вообще. Ну, в принципе, что, по тачкам все? Где BMW? Надо было ставить просто на пару секунд, ё-моё. В принципе, на этом все. Вот такое вот обзорное обновление получился. Пиши в комментариях, как тебе оно. Если честно, мне не очень, как бы...
По факту они ничего не добавили, но с другой стороны, это второе обновление за этот месяц, и не каждый месяц пилят обновление, поэтому топ. Жалко, что CCD не добавили какие-то промокоды, бонусы и т.д. и д.п. В честь Нового года они добавили всего лишь вот эти леденцы, что тебе нужно задротить на сервере, поднимать им онлайн, чтобы ты там забрал сет Гуч. Ну, конечно, их можно будет потом перепродать дорого, я думаю, но это такое. Обязательно участвуй в конкурсе, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики по CCD Planet. Нажимай на лайкос, помоги продвинуть этот ролик в топ. Не забывай про колокольчик, нажимай на него всегда, чтобы смотреть мои ролики первым и никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.